контакт общий? Нет, разделен, видите, он забор. Металлопрофиль? Да, но там калитка есть возле гаража. Жена эти ворота завязывает шнурком, вот, подпирает палкой эти ворота. То есть собака выйти не может. Собака перепрыгнуть этот забор не может, она хромает на левую ногу. На кунгай. Пять минут выпустила собаку, завязала ворота, выпустила на 5 минут, чтобы собака погуляла. 5 минут. Собаки нету, та калитка открыта. Звоню, говорю, вам мало, верните собаку. Кому вы звоните? Этой же вымогательнице. Говорю, вам мало, вы верните собаку. Опять вызываю полицию, опять по новое заявление пишу. Вот. И все. Приезжаю сейчас домой, проходит буквально сколько там, полчаса. Как я приехал домой, жена только... Сейчас на Ленинский участковый. Стук в дверь, открываю. Там как будто копнули. Ну да, дверь. Открывает жена дверь. Стоит вот это тело. Я выхожу, он начинает там, ну, маты туда-сюда. Да. Это ваш сосед это? Да, да. Нет, я его не знаю, он здесь не проживает. Это привела вот эта вымогательница этих двоих. Вы не смейтесь, не смейтесь. Не, если он смеется, парни, может приехать, доставьте нам эти все. А то. Так, у вас косых было все за 7 человеком, правильно? Еще. Ще і второю, де він там зашов, що він по факту зробив, ударив? Короче, да, я зберу... Ні, весь кліп, ударив, не ударив, що він там? Да, він мене ударив. Коли я виходив, втроем... я не бачу з правої сторони нічого. От, виганяю цього з калітки. От. Виганяю з калітки. І справа летить мені подача. Я теряю цю кувалду, короче, этот в этот момент замахується на мене з ножом. Мені остається тільки біжати вниз, в цю сторону. Він, виходить, отак... С этой стороны, так, мне остался сюда. Один сосед видел, вон там был сосед на бусе, второй уехал куда-то. Видел, как этот гонялся со мной с ножом. Я его пытался пару раз остановить, там на шиферину схватил, дал ему по руке. Ну а что, он башит тут так ножом, что перепух. Я понял. Сейчас едем. Сейчас тогда едем на Ленина. На Ленина. Будете заявление писать? Конечно. Так, ну все. И надо как-то этот решить момент. Тут даже соседи вот вам скажут. Тут изо дня в день вот это пьянки, гулянки, гальдебош. Вы сейчас напишите заявление, то есть там участковый вас отберет, будет ездить. Ты уже против себя хуяр. Так, тихонько. Ты не выражайся, будет, я тебя прошу. У вас будет время и место пожелания. Так, все. Классика, 4 или трое? У нас трое. Трое, да. По факту вот это вымогательство. Та є машини розвезем, Конор. Так його зареєстрували. Ну все, ви можете, якщо заявителя, посадити хто-то машину? Так, 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 я завезу. Завезу, так, звісно. В состоянии? В состоянии. Алкоголем покажу. Ні, в смысле, я в состоянии ехать, я не в состоянии алкоголя. Я не пью. Так, значит, ви переволновались, я понял. Так, все, тогда вы едете, я понял, вы тогда едете за нами к Ленинскому. Хорошо? Все. Я думаю, что вы тоже... Скажи. Вот этот меня, когда я этого я выгонял с кувалды, вот этот меня лосну справа. Я его даже не видел, получается. Не, я могу не оставать. Трошки заняты. Ложи пистолеты, кассеты. Спасибо. Что спасибо, пожалуйста. Хорошо. Алло. Не очень. Да, сколько лет мало? Это 13 лет, до нее проходило. Я бы сюда не приехал, если бы не проходил до нее. Да я думаю, я только с работы обманывать. Ты тогда не буду обманывать. Так, шо? А что за ты нашел? Она одна дома? Да. Так ребенок там постоянно, мама этого ребенка, постоянно ребенка оставляет дома саму, где она, непонятно. Оставляет ребенка постоянно самого, сама мамаша приезжает в районе 10, чуть ли не через день бухая. Ну вот, когда она Максима патрульного гатила здесь. Там семья такая, тут через... А дай все, что мало. Дома понятно, что надела.
Так він нападав? Ні, а у того, що посадили в машину, ганялся тут за мною. За мною сразу. А? Ну, конечно, я виходив, він мене лупив, я кувалду вирвав, і тут якраз ножом машу. Щоб тут не увернувся, я ж мене аж хотів. Щоб не увернувся, я хочу. Він же забрав ключ, це. Хто? Нема нас ключів, ви що, здіваєтеся чи що? Які ключі? Ну, я тоді не ночував. Нема, є нас ключі, у вас ніхай. Та покажи, воно мала дитина. Сама вдома чи? Да. Так позвоніть мамі її, номер от, записуйте, дзвоніть її мамі. Де вона працює? Кравниця. Октябрь справлюся. Оце вона зараз на роботі, так? Набирает кто-то из вас? Набирает. Люто, хай скачи сюда. А ну, надо 9. Ну, то что нам теперь делать? Ехать сюда. Ребенок тут постоянно один. Она приезжает в районе 10 минут, через день бухает. Отметку в машине. Набирайте. На. Что вам нужно набирать? А ну, надо стоит. Малахая ворота. А что, я жилька чешу? Ну. Объясни ситуацию. Хай скажу, де ключі. Та не, вони не закриваються ключі. Пошли покажу. А зачем? Ну, куди ж мені посмотреть? Алло, чи, а що делать? Это ми їдемо чи на Ленина 6 у городі? На Ленина. На Ленина. Ну, не знаю, ну, ми їдемо всі. Тут, ну, міліція і все. Ти зараз поїду, закроєшся. И кто бы не стучал, не открыл. Ну, наверное, да. Да еда, еда, еда. А все, хорошо. Угу. Сейчас. Сейчас. Ну, я скажу на улице. Че, не не одна заява, а штук 30. Ну ти лише, ну ти що, ну ти? Як її сам не думав, ти жінку? Як? Ну ти нам було приїхати, щоб вас пізди дали крапки їдли. Більше б і не виходили з калуху. Та можна переборщити. Та ну ти що? Що під контроль? Та воно щось кажеться себе. Ну так, а, хорошо, можна підборщити. У нас так зараз у нас зараз такі поправки в законі о поліції. Зараз такі поправки, що получається, що поліція вроде нічого не може зробити. Ну, і остаються тільки що, либо захищати себе, либо, блін, ти хочеш нікого не бачити. Да. Ну, то. Все, поїхали. Так, хто заявитель може проїхати? Я поїду, я зараз знаю, що я машину сяду, поїду. Та ти своєю будеш їхати? Ну да. Ви це не вживали сюди? Я не п'ю взагалі. Що, дядя Коля, поїхали на копілку. А що, время вже, так? Да? Ну вже давно время. Ну пішли. Ну, у мене не буде. Да. Ну ми тобі прощаємося. Я теж не буду. Приїхали, я люди роботу. Да, 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 да. Ну не всем. Не, ну понятно. Один. А що, ви як ти казав, дядь Саш? Авто Євросила? Сила чи як? Разом сила? Та це ж не твоя, куди ти? Чи ж у машину поліцеш? Ну ви гоніте, пацани! Ти бачив, дядя Саша тупанув як?
Значит, на вождение якесь, блядь. Блядь, я если б не увернулся, реально у меня в шее был бы нож. Пиздец. Так опять же спиздили собаку, все. Опять? Да. Я ей говорю по телефону, сука, верни, тебе мало проблем. И она присылает этих пидорасов твоих. Ты шо, блядь? Да ёбнуться просто можно, блядь. Слов нет вообще. Молодцы, пацаны, молодцы. Я ж на лелековке был, блядь, ты шо? Поки доехал. Да, блядь, кто-то полицию вызвал, надо было не вызывать, надо было... Поломать бы, блядь, я просто... Я с их машиной заблокировал выход. Подпер колесом, нахуй, калитку, понял? Надо было съездить, просто приехать, съехаться, блядь, порвать их, нахуй. И собаку вернули. Все, давай, езжай сзади. Да,